На месте Алексинского туберкулезного санатория теперь горы мусора. После нескольких лет простоя старое здание решили демонтировать. Работы идут бойко. Подрядчику отведено всего 15 дней на то, чтобы снести почти 30 построек и вывести весь строительный мусор. И все бы ничего, только мусор вместо свалки рабочие стали сбрасывать в ближайший овраг на территории хвойного леса. Часть битого кирпича отвезли в деревню Кулюпаново. Эти случаи зафиксированы, говорят в городской администрации. На нарушителя составлены протоколы. 28 ноября заместитель руководителя приходил, общался со мной, договорились. Он рассказал мне, что заключен договор на то, что вывоз мусора будет осуществляться на полигон, мусорный полигон, и то, что у них возможности есть вывозить строительный мусор, а крупные деревянные отходы они будут увозить самостоятельно, потому что есть перерабатывающий комбинат. У работника фирмы «Фантазия» своя позиция. Утверждает, ни о чем таком с городской администрацией не договаривались. И показывает договор с предприятием спецавтохозяйства, за которым закреплен местный полигон. Отдельной строкой в документе прописано, древесные отходы не принимаются. Это при том, что постройки туберкулезного санатория почти на 80% были из дерева. Замдиректора подрядной организации Владислав Русков рассказывает, на аукционе по сносу построек туберкулезного санатория выходило и Алексинское спецавтохозяйство. Но в итоге подряд достался его фирме, после чего стали происходить странные вещи. Производился демонтаж плиты, после чего тут же мы только выкопали эту плиту, объявились третьи силы, или, как сказать, блогеры. Остановили мы работу на 3 дня. Пришла комиссия сюда после отъезда. Произошел поджог деревянного дома. И тут же опять в интернете прозвучали, что «Фантазия» избавляется от домов. Ну, то есть абсурдно. Что касается несанкционированных сбросов мусора, представитель подрядчика не отказывается. В овраг сыпали 3 машины битого кирпича. Об этом якобы попросил местный лесничий, чтобы заровнять болото. Несколько машин кирпичных отходов привезли и в деревню Кулюпаново. Снова по просьбе жителей. Люди просили отсыпать проселочную дорогу. Начиная с весны, в ней вязнут машины. Не может проехать ни скорая, ни пожарная. Дорога никому не нужна. Несколько раз обращались в администрацию города Алексина. Но они игнорировали нашу просьбу. И по народный бюджет просили и далее. Узнали, что ломается санаторий, и попросили 150 метров отсыпать дороги. Потому что им возить на свалку, ну жалко, такой материал на свалку. Потому что он, и получается, они оказали нам помощь, вернее, окажут помощь, и у нас хотя бы будет подъезд. Кто прав, кто виноват в сложившейся ситуации, разбираться пришлось лично Алексею Дюмину. Вопрос поднимался на еженедельном совещании в правительстве региона. Губернатор поручил профильным министерствам провести необходимые проверки. С лицом, осуществляющим демонтаж, оно проинформировано о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и, соответственно, захоронения отходов вне установленных местах, то есть везде, кроме полигонов, так как все, любое захоронение, там яму выкопали они, там в овраг сбросили, там дорогу какую-то отсыпали, это в любом случае является нарушением. Отходы должны в соответствии с законодательством размещаться там, где они должны размещаться, никак не там на земле сельхозназначения, либо на земле гослесфонда. Кстати, по словам подрядчика, после совещания у губернатора древесные отходы местный полигон начал принимать. Что касается деревни Кулюпаново, то жители намерены обратиться к региональным властям с просьбой разрешить дорогу битым кирпичом все-таки отсыпать, а фирму подрядчика не наказывать. Надежда Мелехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.